Всем привет! Blog from Ukraine 2. Вещаю с дома своего. И на улице просто ветер сильный. Я сейчас пойду скоро за посылкой. Приехала посылка с Китая, и это будет пылесос. Заказали мы пылесос Xiaomi себе и попробовать робота-пылесоса. На самом деле мы как бы с ними не сталкивались, и самого топового дорогого брать не хотелось, большого обычного, а вот и из Китаев это вроде как топ. И короче, заказал его, стоимость его $300, заказал я его на GearBest. Ссылку даже не буду давать на него в описании, потому что ни в коем случае не заказывайте, не покупайте там, по причине того, что очень долго. И я не знал на самом деле, что 150 евро недекларируемое, а дальше надо платить налог. Я просто даже не знал об этом, и если бы я знал, я, конечно, бы даже не связывался. Я думал, все-таки 300 было раньше, а там какие-то изменения походу были. Давно меня не было в Украине, но тем не менее, сейчас 150 евро сделали, как в Черногории. И исходя из этого, в целом пылесос вышел дороже 150 евро. И на разницу, которая там есть, да, в цене, именно на разницу, начитывается НДС и еще там какие-то сборы. И в конечном итоге это получилось сверху $50. То есть, по факту, даже не проблема в том, что это $50, но проблема в том, что это время. То есть, оно, опять-таки, все большие сейчас магазины, они шлют и сотрудничают с новой почтой. Новая почта, все классно, супер, но долго. Очень долго, потому что это растамаживается, они получают ее, и там на самом деле дочерняя компания новой почты. И по этой посылке, конечно, мне еще не совсем ясно, потому что они уплатили все декларационные сборы, и я здесь при получении должен их оплатить и типа им выслать за это деньги. Но если мне не подошел, если они разбили, там что-то как-то не работает, как в этом случае быть? То есть они уже все уплатили в казну. Я не принимаю этот товар, мне он не нравится. Я его отсылаю обратно в Китай, обратно GearBest, и GearBest должен мне вернуть $300. Но тут они, скорее всего, этого не сделают, потому что они товар обратно не отошлют. И если по обычной почте месяц он лежит и отсылается обратно, да, и вам возвращаются деньги, то по этому процессу, я не знаю, либо если он не подошел, я отсылаю, мне декларационные деньги не возвращают. Ну, короче, такой замес, мне чуть-чуть неизвестно, как он происходит, но в любом случае шло долго. То есть он через 5 дней уже был в Украине, и вторую... 3 недели практически он растамаживается. Это просто очень, очень долго на самом деле он растамаживается. И это первая неделя они потребовали бумажки, вторая неделя они получили эти бумажки. Ладно, 2 недели он растамаживается, но тоже очень долго. Очень долго, потому что, ну, так долго растамаживать продукт, который стоит $300. Что уже говорить о больших. И самое главное, что мне насчитали... $300, вернее, он стоит 300, но там либо 150 евро, либо 250, либо 150 евро, либо $200, типа эквивалент. И вот разница $100, и на эти $100 получилось там $50. Это услуги брокера, который это все делал, это, ну, вот этот там 35% практически налог. Такие вот чудеса. Так что, если и заказывать, наверное, выгоднее на Алиэкспрессе писать, там договариваться с продавцом, чтобы он указывал, что это БУ товар. Но в целом пылесос должен быть хорошим. Я потом сниму, как он выглядит и что он это есть. За ним только пойду. И посмотрим, как он будет убирать квартирку. Хватит у него мощи убирать нашу квартирку и... Короче, расскажу впечатление. Окей, все, на связи.